Як нас чутно? Добрий день. Добре, дякую. Добре. Що пишуть в Білорусі і найголовніше, що говорять з приводу затримання членів ПВК Вагнера? Перше питання. Поки всі оцінюють ситуацію, що відбувалося. На самом деле для всіх це було повною неожиданностю, що в Білорусі будуть задержані представники воєнної компании, которые активно брали участие в событиях, в войне в Украине, в Сирии, в других странах. И это поломало все сценарии, прежде всего для независимого аналитического сообщества, которое было уверено в том, что такого обострения в отношениях между Белоруссией и Россией не будет, потому что это на самом деле практически прямая конфронтация. Если не военная, то силовая с Кремлем, потому что мы знаем, что ЧВК Вагнера принадлежит ближайшему, можно так сказать, даже правой руке Путина на Пригожину, и, соответственно, это удар не только по каким-то силовым структурам России, но непосредственно по Путину. Поэтому, скажем так, нужно готовиться к обострению отношений. Уже они произошли. Беларусь усиливает восточную границу, по крайней мере, белорусский погранкомитет так заявил. Ну и ожидаем, каковы реакции будут властей по избирательному процессу. И, вероятно, реакция будет довольно жесткой. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте версію, що усе це затримання – це була узгоджена постановка? Очень сложная какая-то театральная постановка, и почему именно Россия? Потому что, ну, если мы вспомним предыдущие все президентские кампании, то никогда Россия не выступала в роли врага. А тут обществу представляется совершенно новый образ врага. Даже если это постановка, это крайне негативно отразится на отношениях и восприятии белорусского общества России, то есть в сознание общественное вводится новый образ врага, и этот враг Россия. Соответственно, так или иначе, это крайне негативно скажется на взаимоотношениях с Россией. Я думаю, что даже для Лукашенко это невыгодно устанавливать такую театральную постановку. Проще было бы просто даже снять Тихановскую с выборов одного из главного фаворита этой кампании оппонента, чем устраивать совершенно неожиданную, совершенно такую радикальную картину, как арест вагнерцев, причем еще заявление о том, что около 200 человек где-то по территории Беларуси гуляют. Соответственно, ну, как мне кажется, это слишком опасная игра, даже если это какой-то театр. Пане Павло, як ви гадаєте, силовики білоруські здатні 200 вагнерівців впіймати? Ще раз, не услышав вопрос. 200 вагнерівців ще перебувають в розшуку. Як ви оцінюєте здатність білоруських силовиків їх знешкодити, при тому це, ну, треба зробити досить оперативно? Я думаю, что с одной стороны эта цифра преувеличена. Второй момент – это, конечно же, огромный удар по белорусским силовикам в причине того, что как это суверенное государство, которое, в принципе, хвалится своей способностью противостоять угрозам Запада, вдруг неожиданно пропускает на свою территорию более 200 подготовленных боевиков. Это провал. Это провал всей системы безопасности Беларуси. Это, естественно, удар даже по авторитету Лукашенко, позволить, скажем так, боевикам угрожать жизнью и стабильности страны. Конечно же, я думаю, что у властей достаточно ресурсов, чтобы обезвредить, чтобы изолировать эти группы. Но я думаю, что создается еще специальная атмосфера, конечно, страха, чтобы каким-то образом ограничить избирательный процесс. Пане Павле,